Россия и Кыргызстан обсудили возобновление авиасообщения. 10 августа состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Чингиза Айдарбекова с Сергеем Лавровым. Об этом информирует МИД КР. В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы сотрудничества по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19, обменялись мнениями по актуальным направлениям и перспективам двустороннего взаимодействия, в том числе о возобновлении регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Россией в ближайшее время. Министр иностранных дел КР выразил благодарность российской стороне за оказываемую гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Направление российских врачей, которые оказали неоценимую практическую и консультативную помощь в период активной фазы распространения COVID-19.